By order of the Peaky Blinders. Приветствую зрителей и подписчиков моего канала, это канал Alexon Play, и мы продолжаем играть мод Кейзи Редукс за американское народное государство, за Джеймса Бернхэма, все как обычно. И в прошлой серии мы окончательно разобрались с предателями, и уже идем во внешнюю политику. Вот, пропустим следующий этап, у нас уже будет идти революции, вот мировую революцию мы выбрали в прошлой серии фокус. Ну и будем заниматься непосредственно внешней политикой в этой серии, ну и в дальнейших сериях. Оседание и плюс еще немножко покачаем военку. У нас остались некоторые фокусы, которые в принципе можно взять. Хотя по сухопутной доктрине нам уже бонусы не особо нужны, потому что мы полностью прокачали доктрину еще во время гражданской войны, поэтому смысла в бонусах на доктрину нет. Ну ничего страшного. Ну и я не знаю. Тут, конечно, действует наши Третий Интернационал, но как-то очень слабо. Но хотя бы они отрезали Балтийское герцогство, его они точно уничтожат. Так что тут нормально. Нет, все-таки они, я думаю, победят, так что все хорошо. В этом плане. Ну, чтобы потом просто мне воевать только с Третьим Интернационалом, не со всякими там респактами и так далее. Вот. Ну что ж, давайте начинать. Отлично, мировую революцию взяли. Хотя, знаете ли, тут особо бонусов тут никаких нет. Бонус на пехоту и прочее снаряжение. Ну, в принципе, хотя не, нам уже и особо-то и не нужно это. Ну, разработки вот оружия. Доктрина тоже сухопутно не нужна. Военные заводы получить и ячейку для исследований, конечно, круто. Но мне кажется, ладно, это мы уже во время войны все-таки возьмем. Пока все-таки внешне будем заниматься. На берегу. Наши враги должны бояться американских солдат, высаживающихся на их берегах. И для этого мы должны работать над тем, чтобы у нас было достаточно опыта и силы для использования преимущества нашей дальней досягаемости. Наши морские пехотинцы станут одними из лучших на Земле. Отлично. Вот данная идея на берегу, что даст время на подготовку к вторжению. В общем, бонусы на высадку нам дадут. Это прикольно. Это то, что нужно. Как раз я качаю все это. Так, дальше. Можем освобождение нового света взять. Ну, кстати, людские ресурсы не национальный провинции плюс 2. Но это неплохо. Но это нам не нужно. Пока что. Мы все равно всю эту Карибскую революцию можем взять, но чуть попозже. Кстати, а кто тут находится? Карибская революция. Ну, Доминикану можно, да, захватить, слушай. И Гаити тоже можно будет захватить. Но это чуть позже. Давайте все-таки возьмем осуждение предательства интернационала. Мы все-таки с ними не будем дружить. Мы собственную революцию сделаем. Собственный четвертый интернационал создадим. Интернационал предал революцию. Теперь находится в оппозиции к нашему правительству. Мы должны немедленно разоблачить этих предателей и идти к своим путем. Нам не нужны эти европейцы, ибо мы сами распространим революцию по всему миру. Конечно. Зачем нам дружить с Третьим Интернационалом? Мы все-таки тоталисты, они... Во-первых, кто? Синдикалисты. Тоже синдикалист, тоже синдикалисты. Ну, единственный тоталист это Хрущев. Но мы, может быть, его просто выведем из Третьего Интернационала. Потом, и пускай отступает именно к нам в Альянс, возможно. А может быть и нет, посмотрим. А в России кто? Ну, там синдикалисты, и то уже почти они не имеют власти. Пособники уже других всяких идеологий, консерваторов,
У них вообще проблемы какие-то происходят. В Финляндии синдикалисты. Кому не Бахарата синдикалист. Так что везде синдикалисты, радикальные социалисты. Поэтому мы будем с ними бороться. Конечно же. Все для революции. Сейчас, когда мы стоим одни на мировой арене, наше положение возможно более плачевное, чем когда-либо. Мы должны отдать все ради революции, потому что если она потерпит неудачу, все, ради чего мы работали, будет уничтожено. Мы должны работать усерднее, чем когда-либо прежде, и показать ему миру нашу полную преданность и непоколебимую решительность. Тут мы больше заводов, во-первых, получим, так что берем данный фокус. Истинная революционная фракция. Притворщики и предатели Третьего Интернационала больше не будут единственными значимыми левыми. Мы создадим свою собственную фракцию для того, чтобы соперничать с их альянсом и фракциями других крупных стран на мировой арене. Мы сплотим наших союзников и дадим бой нашему врагу, несмотря на то, что многие издеваются или насмехаются над нами. Они недооценивают уроки, которые мы извлекли из гражданской войны. Мы займем свое место под солнцем. Произойдет основание нового интернационала события. Так, дальше по фокусам у нас тут спасение Иберийской революции, значит. Но Иберии нету, так что тут нападать не на кого. Вот. Ирландскую революцию можно сделать, там как раз таки никого нет. Из Третьего интернационала или Рейхспакта и других альянсов. Так что можно было бы сделать высадку. Но все-таки чуть позже, пока нам рано еще это что-то делать. Пока что. Ну и окрашивание Бразилии в красный тоже пока мы не будем брать, потому что, ну... Тут все-таки война с Рейхспактом иначе случится. Мы тогда будем помогать кому? Я не хочу. Поэтому давайте освобождение нового света возьмем, просто фокус. Лидер нового света будет довольна идея. Наше место на старом свете, в новом. Внимание должно быть сосредоточено на достижении доминирования в Северной и Южной Америке, состоянии на ногах в качестве независимой синдикалистской державы, а не в качестве подневольных партнеров у европейцев. Нужно начать работу над освобождением наших братьев. Не буду... Эти песни палевные, поэтому я их отключаю. Нужно начать работу над освобождением еще наших братьев. Давайте этот фокус возьмем. Кстати, по поводу интернационала пока ивентов нет. А вот. В общем, тут я не буду переводить, зачитывать, понятно. Истинно революционная фракция, либо четвертый интернационал. Ну давайте новое что-нибудь. Истинно революционная фракция. Мне вот это больше нравится название. Нормально. Так, вот Аргентина мне интересно. Социализм, конечно. Но может они и захотят вступить нам в альянс. Не знаю. Потом, кто из леваков вообще тут существует? Ой, идеология. Ну, значит, можем пригласить единственное, наверное, социалистическую республику Аргентину. Хотя не очень, потому что там радикальные социалисты. Если были бы тоталисты, еще ладно. Но тут особо что-то и немного левых, так что вряд ли мы сможем. Вот, Грузию можно будет пригласить, кстати. И мы потом, Грузия, кстати, может же стать Советским Союзом потом. И мы просто отдадим все Грузии, когда будем воевать с Третьим Интернационалом. Так что Грузию можно будет пригласить. Тоталисты там, поэтому мы это и сделаем. Единственное, кого пригласим. Но по поводу Украины пишите. Хотя нет, по поводу Украины не надо писать ничего. Я с ней захочу воевать все-таки. Все-таки он все равно ходит в Третьем Интернационале, а значит предатель. Так, ну и теперь мы меняем военный синдикализм на военно-промышленный комплекс. То есть больше бонусов мы здесь получим, что неплохо. Да, это классно. Скорость строительства военных заводов у нас тут появляется. И объем заводского производства, то есть тоже вырос неплохо. Ну и пригласил я все-таки Берию. То есть пригласил я Социалистическую Республику Грузию в наш альянс. Вот так вот. Теперь у нас есть еще и Центр Америка.
Хотя тут странно, что тут социал-демократы, но мы сейчас их заменим там. Тотализм, потом, если что, я подправлю все это. Но я все равно планирую, наверное, все-таки сожрать Центр Америку и Синдикалистскую Республику Мексику. Все-таки вот так вот. Ну ладно, Центр Америка еще ладно, может быть, мы ее... Хотя нет, я планировал все-таки тут забрать все. Именно Центральную Америку я хочу забрать. Коста-Рику, например, Панаму, вот это я все заберу. Потому что у нас тут есть пролив, мы просто его будем больше контролировать. С Панамой я хочу разобраться. Вот. Ну и плюс вот эти всякие Карибские острова тоже, естественно, я хочу забрать себе. Это безусловно надо сделать. Это все себе забрать. О, какой мужик забавный. С такими кудрями. Так. Ну а в Южную Америку мы все-таки влезать не будем, но только с Бразилией потом, так как... Ее третий интернационал просто аннексирует. Мы особо лезть сюда не будем. На самом-то деле. Прекрасно. Первые танковые, тяжелые танковые дивизии сделаны. Прекрасно. Сразу генерала тут назначаем. Эксперт по импровизации будет у нас. Все прям шикарно и хорошо. Так. Мы ему Блицкрик сразу вкачаем тактику. Танковая дивизия у нас тоже готова. Это тоже прекрасно. Прекрасная новость. Вот мы ее испытаем в действии на японцах потом. Так, а дальше. Ну, тут я строю везде инфраструктуру, на самом деле, уже. Застраиваю в основном, чтобы ресурсы получать. Так, по фокусам дальше. Карибская революция. Ну, можем взять Карибскую революцию. Против Нурова, Нува, то есть Доминиканская Республика, Вест-Индийская Федерация. А Вест-Индийская Федерация разве существует? Нет, Вест-Индийской Федерации не существует. Ну и ладно. Все равно берем Красную Карибскую революцию. История Карибского бассейна наполнена европейской и американской эксплуатацией. Большинство жителей этого региона, к сожалению, до сих пор страдает в ужасных условиях, и мы должны что-то с этим сделать. Нужно начать работу над принесением революции в Карибский бассейн. Сделать так, чтобы, наконец, карибский народ смог разорвать свои цепи. Окей. Окей. Мы это попытаемся реализовать. Бернхам присоединится к Маунт-Рамшир. Континентальное социалистическое общество выдвинуло предложение, в котором говорится, что вполне уместно, чтобы американскому патриоту, основателю нашей новой республики, было отведено его место рядом с первоначальными отцами основателя на горе Рамшир. Это сделает потенциально великий памятник, который изначально был создан реакционерами, революционным по своей ценности. Вопрос только в том, куда его следует поместить. Заменить вместо этого используйте Хейвуда. Это просто глупо. Заменить Рузвельта им рядом с Линкольном. Рузвельта им. Ну, рядом с Вашингтоном. Рядом с Линкольном. Давайте с Линкольном все-таки сделаем рядом. Но это глупо, нет. То есть можем Хейвуда вместо Бернхама поставить, но не. Все-таки давайте, ну, Рузвельта... Хотя нет, давайте Рузвельта все-таки заменим. Реплейс вместо Рузвельта. Вот так вот сделаем. Хозяин Запада. Мы достигли своей цели. Америка стоит на ногах. Одна хозяин нового света и свободна от цепей капиталистического господства. Независимо от того, что происходит в Европе и других странах, мы будем знать, что Запад, по крайней мере, боролся за свою свободу и достиг своей победы. Так, ну сделаю я пока вот такие вот у нас... Морские дивизии, вот Marine Infant Division, вот такие вот, тут добавил допку, роту связи, роту конной разведки, поддержку артиллерии, роту обеспечения и саперную роту. Ну и вот так вот 20 ширины фронта я сделал пока. Можно потом будет добавить амфибии, но чуть позже, потому что хотя бы пускай 6000 их будет, тогда мы уже добавим. Противопехотная атака 181 пока. Прочность 206, организация 71, самая высокая. Ну и прорыв 101, защита 468, так что мощные. Ну и как раз мы их попробуем вот здесь вот. На Гаити, на Доминиканских республиках и так далее. Вот, прекрасно. Так, ну теперь мы можем тут
Взгляд на юг, экспорт революции будем взять. Африканскую революцию пока ладно, чуть позже возьмем. И ворота в Южную Америку. Колумбия, Эквадор будет у нас получена. Значит, претензия. Но все равно давайте пока это возьмем. Если мы хотим закрепиться в Южной Америке как следует, нам следует начать с самого северного конца континента. Колумбия, Венесуэла и Эквадор уже созрели для захвата. И в любом случае им будет лучше под нашим защитным крылом. Нужно привлечь их к сотрудничеству. Ну, только против Колумбии и Эквадора. Венесуэлу мы тут трогать не будем, так как Венесуэла уже синдикалистская. И она находится пока в третьем интернационале. Теперь давайте возьмем взгляд на юг. Достигнув господства над Канадой и Мексикой, мы можем бросить взгляд на юг, на остальную часть Северной и Южной Америки, с теми странами, которые еще не стали частью революции. Следует незамедлительно разобраться. Мы начнем использовать любые средства, необходимые для достижения этой цели, и никто не встанет на пути прогресса. Ага, ну вот у нас как раз есть претензии на Коста-Рику, на Панаму. Как раз мы пойдем на них. Ладно, в принципе, на Колумбию, если у нас есть претензии, то мы тоже на нее нападем. Так что давайте потихоньку уже готовить наши войска и будем наступать на этих товарищей. Я думаю, тут одной армии хватит. Она, я думаю, тут справится на изи. Так что все нормально. Так, хорошо, мы взяли взгляд на юг. Теперь мы возьмем социализм в одной стране. Интернационалистские фракции в нашей стране наивны. Они думают, что у нас есть возможность вторгаться в страны, находящиеся за тысячу миль. Но мы едва отправились от гражданской войны. Если мы перестараемся, мы можем потерять все, над чем работали. Вместо этого нужно сосредоточить наши усилия на наших соседях и на нас самих, создав социализм в одной стране. Ну, то есть, как бы, мы будем воевать и будем свой истинный социализм приносить в Европу и в мир, но в целом мы будем заниматься именно только что выгодно лично для нас. Ну, в общем, ждем, когда подойдут наши войска, и будем нападать на Панаму, Коста-Рику и Колумбию сразу. Вот. Ну и я подумал, что 6 дивизий мы вот так вот в Бостон отправим. Пускай они тут готовятся. Тут вот во Флориде. Пускай тоже выпускается. И мы уже эти войска будем готовить вот сюда высаживаться. Ну и в Ирландию тоже будем. Чтобы у нас уже был, знаете ли, европейский плацдарм такой. Спящий гигант пробудился. Оправившись от многих лет политических склок и кризисов, американцы единолично решили вступить в войну против тех, кто не поддерживает их взглядов. Армия, погрузившись на баржу, отправляется в Европу. Ну, не совсем, ладно. Гигант тоже. Пофиг. Мы просто сюда вступаем. Тут приглашаем. А, блин, мы вступили все-таки во второй Велькер. Ёптель. Моптель. Но все-таки вступили, да? Ну, блин, ладно. Ладно, на этот раз мы посражаемся все-таки на стороне респакт, ладно, я понял. Немножко тупанул, но ничего страшного, ладно. Ничего страшного. Военную экономику сразу мы берем. И закрытую экономику тоже. Ай, боже мой, так ладно. Сидеть право на проход войск. Значит, мы отправляем сюда. Значит, с Ирландией подождем. Ладно, с Ирландией мы пока подождем все-таки. Реально. Так, танки. Тяжелые танки у нас как раз-таки попробуют себя. Мы пойдем, направим их вот сюда. Все-таки наступать как-то сюда, на Германию. Ну и одну армию мы должны отправить еще вот сюда. Пока никаких приказов давать не буду. Но все равно будем наступать. Здесь куда еще на кого отправим? Отправить бы, конечно. Ладно, попросим право на проход войск тоже. Отправим вот сюда дивизии. Тоже. Наступать на Германию.
Ну, эти желательно бы тоже отправить. Разбираться на самом-то деле. Так что мы их тоже отправляем. Пускай тут тоже разбираться нам помогают. Хорошо, ладно. Я забыл, я не обратил внимания просто на то, что Коста-Рику там защищают, например. Но ничего страшного. Ничего страшного. А тут мы заодно, в принципе, разберемся с этими придурками. Почему бы и нет? Так, социализм в одной стране мы вкачали. Прекрасно. Так, ну и что мы дальше будем? Америка, Демон, Суринам. Требование красного Суринама. То есть мы можем напасть еще на Нидерланды, значит. Ну, можем это сделать, в принципе. Суринам-то у нас все-таки голландский, поэтому на него налететь. Так, дорога на Аляску, ладно, это фигня. Ну, давайте все-таки требования красного Суринам возьмем. Суринам все еще трудится на благо далекой европейской державы. Мы должны сломить власть голландцев в этом регионе и освободить его для того, чтобы их люди и ресурсы больше не эксплуатировались. Это также даст нам еще один плацдарм в Южной Америке. Прекрасно, это очень хорошо. Ну и войска наши уже потихоньку в Европу подплывают. Так, ну вот эти вот дивизии готовятся пока к высадке. А, тут мы пытаемся все-таки вот так вот приплыть к Российской Республике. Ну, окей, пускай пытаются. Ладно. Так, готовим вот тут вот высадку. Ага, все, можно сделать высадку. Так, хорошо, мы вот тебя дадим. Сейчас все, отдадим высадку. Нормально. Так. Сейчас посмотрим. Ну, тут должно быть превосходство. Мы должны на море его взять. Но пока ничего-то мы не можем его взять. Ну, давай сюда, допустим, еще флот отправим. Так, вот тут вот взяли превосходство. Теперь в Лабрадорском море тоже взяли превосходство. Отлично. И у нас высадка уже пошла. Давайте протестим наших морпехов. Посмотрим, на что они способны. Так, требования красного Суринама мы взяли. Дальше можем взять Ирландскую революцию. Когда Ирландия делалась от Великобритании, она не встала на путь революции. Вместо этого Ирландия сейчас правит лжедемократы-реакционеры. Они представляют собой одну из самых больших угроз для Великобритании в мире. Многие наши политики и военные также упоминают, уверяют того, что она присоединится к Германии или Антанте. Наш собственный ирландский народ называет нас распространить революцию на Ирландию, что мы и сделаем, прежде чем она станет пешкой капитализма. Прекрасно. Так, еще вот у нас тут танки неплохо действуют, мне нравится. Сейчас нас тут отпустят немножко, мы... А, ладно, нас не хотят тут помогать им. Ладно, ну танки наши, в принципе, потихоньку начинают тут действовать и прорываться, вроде как, насколько я вижу. Не уверен, конечно, но пытаются, по крайней мере. Так, ну и смотрим, что сделают наш десант. В Данию мы сейчас высаживаемся, то есть в Ирландию, Гренландию на данный момент. Потом будем высаживаться в Исландию. Так, тут почти готова высадка на Доминикану и так далее, все эти страны Гаити. Так, ну высадка тут проходит удачно, потому что тут никого нет. Сейчас мы все это покрасим просто еще раз. Так, а ты иди вот сюда тоже покрасишь. А потом топай тоже на север. Так, тут мы наступаем тоже до конца. Потом мы вот так назад и вот сюда на север. Потом. Так, одна дивизия пойдет вот так вот.
сразу захватывать тут все эти земли и возвращаться вот сюда на север. Так, вот тут успешно мы действуем. Вот тут танки у нас вроде прорывают где-то в каких-то местах, а где-то и не очень. Хотя нет, смотри, прорыв действует на нас. Так, ну тут мы, наверное, ничего не сможем сделать. Попробуем, конечно, но у нас нифига не получается. Еще и вылет происходит. Замечательно, просто прекрасно. Ладно, давайте на этом на сегодня закончим все-таки. Не будем уже сейчас продолжать. Я просто зайду потом и сохранюсь. Нормально. Блин, надеюсь, вылетов, конечно, не будет. Если вылеты будут происходить, то это будет жопа на самом деле. Надеюсь, что это просто от того, что мы трогаем войска. Значит, войска просто трогать не будем. Вот и все. Вот, ну все тогда на этом. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, обязательно комментируйте. Комментарии помогают в продвижении видео. Также подписывайтесь на канал, кто не подписан. И знайте, что самое интересное еще впереди. Интересное точно будет. Всем удачи и пока.